Здравствуйте, уважаемые жители Щелковского района. Обращаюсь к вам с информацией о том, что в ближайшее время члены участковых избирательных комиссий совершают поквартирный обход с целью информирования избирателей о том, что 9 сентября текущего года состоятся выборы губернатора Московской области. Обращаю внимание, что задачей членов участковых избирательных комиссий не является агитирование за одного из кандидатов, а лишь донесение информации о том, что выборы состоятся 9 сентября, и также они распространяют информацию о проекте «Мобильный избиратель», который позволяет любому избирателю, жителю Московской области, открепиться от своего избирательного участка по месту своего жительства и прикрепиться к любому удобному избирательному участку на территории Московской области, где в этот день, 9 сентября, избиратель будет находиться, где ему удобно будет проголосовать. При этом таких пунктов приема заявления о голосовании по месту нахождения достаточно много. В настоящее время такую возможность предоставляют МФЦ. Через портал госуслуги также можно подать такое заявление и обратившись в территориальную избирательную комиссию Щелковского района. Данная возможность будет предоставлена любому избирателю, то есть жителю Московской области, с целью предоставить возможность ему проголосовать там, где ему будет удобно. К сожалению, мы столкнулись с такой ситуацией, что есть жители, избиратели, которые негативно реагируют на наших членов участковых комиссий, не пускают их в подъезды, выкидывают информацию, которая распространяется путем раскладывания по почтовым ящикам. Обращаю лишь внимание на то, что мы не занимаемся агитацией ни за одного из кандидатов. Мы лишь распространяем информацию о возможных правах избирателей.